Самые одаренные и умные детишки состязались в знании языков. Дошколята продемонстрировали умение говорить по-казахски, по-русски и по-английски. В детском саду Алтын-Сака подвели итоги интеллектуального конкурса «Үштілділік тұғыр». О готовности казахстанских дошколят к трехязычию мы решили узнать в детском саду Алтын-Сака. Сегодня здесь проходит интеллектуальный конкурс на знание трех языков. Интеллектуальный конкурс «Үштілділік тұғырым» проходит для повышения интереса у дошкольников. Конкурс состоял из трех этапов. Казахстан, Россия и Британия – это страны, чьи языки являются главными в нашей стране. Поддерживая статью президента «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания», трем языкам детей обучают с 4 лет. Президент призывает найти новые формы в образовании, начиная с дошкольного возраста. Мы изучение английского языка, русского, мы включаем и вариативную часть, начиная с 3-летнего возраста. И сегодня на конкурсе вы сами увидите, что дети уже понимают, владеют трехязычием. Дети этих дошкольных учреждений уже говорят не только на своем родном языке. К примеру, вести счет на английском для них не составляет труда. Mushrooms. Very good, kids. Преподаватель английского языка Гулим Каримова отмечает, что дети в таком возрасте быстро обучаемы. В раннем детстве лучше усваивают иностранную речь при погружении в нужную языковую среду. Именно поэтому начинать обучение лучше не на специальных курсах, а в обстановке детского сада. Также преподаватели изготовили свое учебное пособие. Языковые занятия проходят один раз в неделю. Детям очень интересно изучать иностранный язык. Они очень быстро адаптируются, учитывая, что дети сейчас такие очень продвинутые. Они сами смотрят разные видео. И вот даже когда они слышат на занятиях знакомые мелодии на английском, знакомые слова, они радуются. И обучение проходит на такой легкой волне. Они быстро, без никаких сложностей изучают английский язык. Воспитанники проявили большую активность. Дошколята показали хороший уровень владения и казахским языком. Основой любого обучения в раннем возрасте является игра. Воспитатели заявляют, что дети учатся во время общения, познавая окружающий мир. В ходе интеллектуального конкурса дошколята показали себя умниками и умницами, из которых обязательно вырастут настоящие полиглоты. Детишки двух садов показали свои знания на казахском, русском и английском языках. А сам конкурс вызвал интерес и увлеченность у всех его участников. Победила, конечно, дружба и малая уверенность в своих знаниях. Фариза Улбаева, Жаксулык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.